Андрей, с победой, уверенно в конце смогли добить Борис. Вот как прокомментируете матч вообще? Ну, тяжелая игра, если честно. Как сказать, обилие наших ошибок. Очень много сегодня ошибок сделали. И, ну, спасибо Хельбергу, что держал нас в игре. Все 60 минут немножко без концентрации играли в обороне, но потом в третьем периоде немножко перестроились, поговорили с ребятами и вышли заряженно на третий период и реализовали свое преимущество и довели игру до победы. 2-1 был счет, все шло более-менее неплохо, но потом два быстрых пропущенных гола. Какие слова нашел Алексей Николаевич? Ну, чтобы успокоились и прежде всего не выдумывали играть в своей зоне, потому что Борис здорово шайбы накрывал, они шли втроем. И наши защитники центральные, что и крайние, тоже не получилось вводить шайбу. Надо было простым движением выводить шайбу, и все. И тогда проблем бы не было у нас. Но мы решили в пас играть, выходить красиво. И Борис нас поплатил за наши ошибки. Андрей, у вас сегодня очень красивый гол получился. Вот, на ваш взгляд, это один из лучших вообще шайб? Ну, если не в карьере, то за СКА точно. На ваш взгляд, как считаете? Да нет, ну просто, не знаю. Обычный гол, чуть-чуть исполнения добавил, и хорошо, что так получилось, хорошо, что забил. Увидел моего друга, то, что он так забил, Никита Крусталев, и что-то подумал, может, тоже так же попробовать. Хотелось эти игры. Получилось сегодня Коски, очень хорошую передачу отдал, и все хорошо получилось. А увидели пространство или на удачу просто бросили между ног? Вы говорите, как будто еще не хоккеист, на удачу. Да нет, ну, видно было, в ноль вышел, и один на один с Ватарем, и так получилось, что шайба хорошо легла и решил исполнить этот момент. Когда Карлсон с первого же броска пропустил, что сказали на лавке, там добивать, лететь, уничтожать, как это звучало? Нет, почему, просто Якупов здорово бросил, у него шикарный бросок, а да, конечно, немножко вратарь, мне кажется, нервничает, когда с первой попытки ему забивают, с первого броска, и главное было уверенно также лезть на ворота, как Наиль показал, и с броском все отлично.